Сотрудники Самарского юридического института ФСИН России и УФСИН России по Самарской области отметили свой профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы. На торжественное мероприятие приехали руководители региональных и муниципальных органов власти, силовых структур региона, религиозные и общественные деятели. Особо отличившихся сотрудников отметили благодарностями и медалями от имени губернатора. В праздновании принял участие и новый руководитель УФСИН России по Самарской области. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю всем удачи, успехов. Уголовно-исполнительной системе России в этом году исполнилось 145 лет. 12 марта 1879 года царь Александр II издал указ о создании тюремного департамента. Главная цель уголовно-исполнительной системы – исправлять и социализировать осужденных. Работа наша, она, конечно, опасна и трудна, но результат ее виден, и даже любой закоренелый преступник может стать обычным, настоящим гражданином, выйти в социум. Самарский юридический институт ФСИН России – единственное учебное заведение силовой структуры в Самаре. Подобных образовательных учреждений в России 8. В этом году вступил в силу закон о пробации в Российской Федерации, который предусматривает создание системы социализации осужденных. В Самарском юридическом институте ФСИН России в том числе готовят специалистов для работы в этой сфере. Кто собрался сюда идти поступать на новый учебный год, то они сделали хороший выбор, поскольку данная служба очень важна для нашей страны и несет как и ответственность, так и престиж. Завершилось торжественное мероприятие концертом. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.